прошедшие составы, что у тех, что у других. Поэтому вдвойне интересно будет наблюдать за всем происходящим. Как мы видим, Фарух Юсуф против Разин дивизиона ЛАВ. У нас тут появился Шаульский из угла. Представитель, соответственно, в Хай играющий. С Разиным они одноклубники. Так же, как, в принципе, и Фарух. Если брать Хай, единственный там на подборе, кто пытался зацепиться. Фарух, да, сам команд. Сафонов, Фарух, да, получил тут по носу. Сразу мяч не выловил и поправил, возможно. Фарух не дает никому никаких шансов, ни Князеву, никому до этого мяча добраться. Забирает себе под контроль. Попов, забегание из-под большого. Парень в стремлении занимался. Не знаю, может быть, играет еще в каком-то из дивизионов. Для меня лицо новое. Биджамов, треха от забора. И под нулевым Осинин. Вот два новых для меня игрока тоже. Там поиграть. И как тренеру ему, наверное, больше тут головной боли, чем нежели игроку. Наконец-таки раскидывают сейчас Мэнс. Очень здорово мяч. Очень хорошее движение. Ну и Попов один на дуге. Получил, зарядил. И игроков без мяча в том числе. Отыграл Мэдэнс этот эпизод, эту атаку. Качев. Но здесь оказался первым. Самый, наверное, ну один из самых невысокорослых игроков команды. Немножко такой выглядит несосредоточенным Дагаев. Заканчивается у нас время. Я так понимаю, второй у Мэдэнс на площадке появляется Масолов. Как раз ему сейчас мяч достается. И вот так вот первым владением тут Биджамов вроде всех обыграл, всего добился. А быстрое нападение от Мэдэнс, ошибок. Шаульский на любимого Басидова Романа. Ну, для болельщиков, смотрящих трансляцию. И все события, в принципе, взяли. Разин у нас появился против Фарука. Ну, Разин тут на скорости вряд ли выиграет. Но вот габаритами, в принципе, может попытаться потолкаться. Хорошую очень скидку остановил его Яшин на штрафе. Пытается чуть движение дать по периметру. В итоге Фарук со средней совсем. Вот тут один оказался. Как-то не получилось с Разиным. Ну и Тарасенко. Вот так вот. 2 метра не доходя до... Как Женя Яшин говорил, сегодня день какой-то со штрафными, большие траблы практически у всех команд, которые сегодня играют. Ну, второй забивает к маленькой пятерке, но прям совсем невысокая четверка вся остальная, кроме Ткачева и Князева. Посмотрим, что это даст. Шаульский получает посте, здорово развернул, руки поднимать не стал, сразу же его наказывают. Дагаев, получение треха! Дагаев, ну и... Юр Ткачев разгоняет атаку. Уже 4 игрока Мэдэнс в защите. Но не смущает от Юрия. Сейчас персональное замечание. А, ну а Ткачев еще и бонусную штрафной сейчас будет пробивать. Надеюсь, что у Юры получше. Получше с этим элементом. Поскольку они выходят вперед в этом матче. Впервые, по-моему, 26 на 27. Треха от Сафонова в лоб. Ну его бро... И очередной подбор за Мэдэнс. Да, просто под кольцом сейчас... Свободно, абсолютно комфортно. Из угла средний, опять свободно, опять мимо. Фарук, какой молодец, забирает очередной мяч. Фарук просто там все собирает, что только можно. И Попов. С этими штрафными вообще, в принципе, вся команда Гейтерс. Сейчас вот постараюсь посмотреть. Да, 3 из 8. Сегодняшний матч. Шаульский. Да, ну вот эти понты забивает, конечно. Придает это какого-то дополнительного буста. Биджамов залез там по двоих, не дает ему руки поднять. Биджамов покажет, что там по рукам ему досталось. Но судья прям очень близко находился, поэтому тут, наверное, стоит скорее на себя уповать. Здорово, Фарук под страхом здесь. Попов на входе, чуть не обокрал его Биджамов, но удается сохранить мяч. Опять по периметру, здорово, очень быстро переводит. И очередь. Как-то так больше импакта он вносил. Ну и Басидов с мячом решает сам зарядить треху, забивает. Басидов стучался по ободам там, по всем этот мяч, но не свалился. Попов на скорости, от кольца до кольца, нет, Фарук. Да, вот в чатике народ пишет, что Осинин 100% должен заваливать такие моменты. Качев через руку, вот это кольцо и бросок, Дагаев на перехвате. О-о-о, ну слишком сильно, нет, успевает Тарасенко, сильно оказалось, эта передача будет. И Тарасенко из угла, две парни из Мэдэнс. Фарук против троих, не стесняется лезть в краску. Попов из угла. Попов, что творит? А здесь Фарук первый на перехвате. Ждал он передачу на Князева.
И в итоге вот так позволяет себе привести. Да, сегодня мы Дэнс во всех элементах очень хороши, но 11 из 30 трешки они забили. Повторюсь, уже не первый раз Mad Dance смотрится именно командой. Командой Фарук со средней. Ну, тут пытается как-то раскачать Попова. И в итоге вот так вот просто в лоб треху. По страховку выйти. В итоге Ткачев на себя стянул всех. Раскидали Тарасенко. Треха заходит. Все, сделал 34 номер. А Фарук будет пробивать, и Титко, как я и говорил, ну, может, только в концовке, может, в четвертой четверти позволит Артем Юрьевич себе. Очень здорово взаимодействует. Басида в 74-му заряжает опять через Сафонова в лоб Ткачев. Нужно возвращаться в защиту. Никто не подсказал. Юрьевич сбивают как-то по движению. Передвинуться, а Фарук очередной перехват для себя. И это будет сверху. Бэм! Устояние, но Фарук, конечно, не уступает Никите. Хотя вот в посте Никита очень неплохо там двигачками. За долгое время Яшин на Ткачева. Немножко опять так на вперед передача. В итоге получает Басидов заслон. Провалился 21 номер, но не стали ему отдавать. В итоге Сафонов, здорово. Биджамов находит Дагаева. Тут решает все-таки через руку Фарука отправить. Несмотря на то, что вроде как ситуация достаточно комфортная была. Дагаев переводит на Яшина. Опять неплохо на периметре раскидали. Никто не выходит. Тарасенко. Фарук. Ну, Фарук очень здорово на ногах, конечно. Несмотря на то, что казалось вроде как выигрышная ситуация для Сергея была. Но нет, Юаса. Если Ткачев забивает треху, что будет? Нет, Ткачев решает со средней, но он забил все-таки этот мяч на Ткачева. Сразу понятное дело, кому как не Юре. И вот такая вот треха будет. Будет треха! Особенно вот в промежутке, буквально в минуты 4 последние, было несколько шансов, а тут раз! Басидов. Ну вот сейчас всем болельщикам 21 номера надо за него, конечно, скрестить пальцы. Два туда, из двух два. Это два очка. Ну, это, конечно, два очка, это совсем ни о чем. Свободные два штрафных для Гейтерс. Сейчас нужно пытаться либо прессинговать, либо быстро. Да давайте, ладно, что. Я попадаю в кадр. Я в кадр. Чё, у Тёмы как там, голова нормально? Ну, видишь, все нормально. Ну что, друзья, потненько получилось. Потненько. Я вообще на самом деле Mad Dance отдал победу после третьей четверти. Думал, ничего не как это, как случилось, Тём? У парней полетело мои, расслабились. Плюс я хотел дать поиграть всем, как всегда. И поэтому, ну, как мы проиграли в первом круге, вот мы решили, также что... Так же мы выиграли во втором. Нет, в смысле, мы вели, все нормально. Также мы захотели отдать во втором круге, но... Муравьи слабые, ожидали. Андрей очень мало денег занес, поэтому пришлось вот так работать. Ну, вообще, команды, конечно, собрались. Я сегодня смотрел как на составы, я думал, я вижу дивизионы Easy, Love, Plus, High, все, просто все сразу. Вы специально друг под друга так подстроили? Спонтанно получилось? Слушай, я изначально... у меня сейчас вот все, кто были в составе, они все тренируются. Фарук у меня тренируется тоже. То есть он сам изъявил желание, это не... способ типа отквитации или так далее. Если бы не было его, играл бы я. Ну, то есть, как бы, довольно разнозначные вещи, поэтому нет, я не готовил никого под это, просто, ну, вот парни сейчас у меня все работают, стараются, и поэтому... Не, ну, вот было видно, они... что не в обиду Гейтерс, у Mad Dance гораздо более командное взаимодействие по игре. Мы команды не очень отрабатываем, но я не, рад, ну, движение мяча хорошее очень, да, движение игрока. Да, потому что я ору на них, выбора нету. Ну, Никит. На нас не орет никто. На вас не... Вот, может, не хватило как раз-таки орущего на скамейке, чтобы все-таки в конце подсказать хочу, что нужно все-таки как-то решать. 9 секунд оставалось, и он как потерялся. Ну, бывает, да? Бывает. Еще... Мы в любом случае еще в плей-офф встретимся, я думаю. В общем, не-не-не. Мы за тур до конца снимемся, чтобы не делать вторую форму. Ладно, с победой вас! С отличной четвертой четвертью концовочкой у вас.